Добрый день! Обзор томата, который называется Эмалия. Это новый сорт. Кусты у него высотой 80 сантиметров. Темно-зеленые листья, очень мощные кустики. И в то же время они хрупкие, требуют подвязки. Плоды у Эмалии очень интересные. Такого коричнево-шоколадного цвета в полосочку. И с вытянутым носиком. Ну вот, как видите, вот такие вот интересные клювики могут быть. Могут быть и вот такие. Носик такой длинный, ну красивый сорт. Вот такой вот. И видите полосочки. Зеленые, розовые, шоколадные. Такие даже трехцветные, можно сказать. Ну и мякоть у этого томата двухкамерная. Вот такого вот цвета. Плоды небольшие. Я думаю, грамм по 20-30, не больше. Ну, где-то в 2 гривен. Да, 19 грамм. Вот покрупнее 24 грамма. Плоды очень красивые. Сорт очень вкусный. Этот томат в консервированном виде. Особенно получается хорошо в кетчупе, есть рецепты, и в краснодарском соусе, который у нас продается. Очень вкусный соус, и томаты получаются в нем очень вкусные. Если вас интересуют семена этого томата, в описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, покупайте семена. А если вы его выращивали, напишите комментарии, как вам этот сорт, понравился или нет. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры на томаты и другие овощные культуры. У нас много всего интересного. Буду показывать постепенно в протяжении всего года. Летом снимаю обзоры, а осенью и зимой их выкладываю, чтобы вы видели, какие сорта томатов и других овощей бывают. Так что оставайтесь с каналом. Будет много интересных обзоров. Всем пока!